А, стоп, обновим-то. У тебя сейчас везде не будет колес. А что с МТА? Но она обновилась, типа. Вот с колесами беда. И обнови вручную в настройках. Да не похуй, я так поиграю. В смысле, у тебя дисков не будет нигде. Шутка. Пара-пара-па! Хей-хей, друзья, я думаю, что вы все уже прекрасно знаете, что самые выгодные цены на игры только на bulkincase.com. Но я рад сообщить вам одну прекраснейшую новость. Дело в том, что прямо сейчас стартует конкурс. Будет разыграно 4 игрушки. GTA 5, Battlefield 1, PlayerUnknown's Battlegrounds и The Crew. Чтобы принять участие в конкурсе, все, что вам нужно сделать, это всего лишь купить платиновый рандом. Примерно в начале июля будут подведены итоги розыгрыша, где случайным образом я выберу 4 покупателя. Одна покупка ключа, одно место в розыгрыше. Ну и, соответственно, чтобы увеличить шансы победы, вы можете, к примеру, купить несколько платиновых рандомов. Все очень предельно просто. Всем желаю огромнейшей удачи. От такого конкурса уже охуела одна тетя Люся. Привет, дорогие друзья, с вами Заряженный Чувак и Декилар. Я реально снимаю, ты не думай. Вот, мы играем в МТА на CCD Planet. А? Ага, привет, да. Мы играем на CCD Planet сервер номер 2, и сегодня со мной Булкин. Поехали. Я на Килар. Опер, хуёпер, давай садись. Ребят, короче, сегодня будет просто чисто бандитская серия. У-ху-ху! Ладно. Салам алейкум, жизнь, как дела, кто где, по кайфу, езжай в данный момент в Москве, я нахожусь сам с Махачкалы. Ты в тему, то есть я в тему машину, да, взял? Да, извини. Короче, ребят, сегодня... Почему твой фейк выиграл миллион? Сейчас бы накимарить. Че по накимару, блядь? Не, вот давай вот честно, пока мы едем в СФ... Мы в СФ, кстати, едем. Пока мы едем в СФ, расскажи, как вообще, ну вот, под чем ты был, когда ник придумал? Ну, как это произошло? Просто клавой ударил, короче, по голове себе. Ну, подожди, давай я ударю на английском. Сейчас вот, вот честно ударю, даже головой. Хочешь ударю головой? Подожди. Не, подбородком нахуй, чтобы зубы вылетели, давай. Сейчас. Честно, ребят, ну жалко, без вебки, конечно, я честно вам клянусь, что сейчас. Чё-то хуёво, подожди, сейчас, дай ещё пиздану. Сейчас как-нибудь вот так пройдусь. Ну, блядь, ну хоть что-нибудь нормальное это будет? Сейчас я попробую. Давай. А ты чем? Давай членом попробуем. Сейчас, подожди, я трусы с ним, подожди. Сейчас. Все, я сейчас членом буду. О, нормально. Вот так ники придумываются. Вот, у меня, конечно, блядь, 7 сантиметров сейчас, но... О! Заебись, блядь. Провел. Так, чё? Я сначала прочитал хуляни буч... А? Хульган. Хуляни и бучи? Короче, ребят, это... А? Хуйло. А? Ага. Короче, ребят... А? 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 Короче, ребят... А? Короче... Бля, у меня самая неадекватная серия ПМТ, ребят. Так что любители неадекватства прямо сейчас поставят лайк! Четыре. Чё орёшь, ёпт? Чё букуешь? Между двух берёшь. Да, смог переправ, чё? Да, смокнул Сигу. Чё? Короче, смотри, если я сейчас пройду красиво тот поворот, ты мне, ну, обязан будешь минет выслать по почте. Ну, извини, конечно, я не подстрекатель, но... Некрасиво. В смысле, с ручничком зашел, никого не цапнул, не коцнул, не трахнул, ничего вообще, бля. Сейчас бы цапнул. Че подцаплен, блядь, на одной ноге курлык, вот. Ты, кстати, зеленый. Я синий. Кстати, как ник цветастый сделать? Синичок, а? Как ник цветастый сделать? Ой, там это шунхуйские истории, короче. Это хэштег, там типа 0101 принял, да, до свидания. Принял, да.
Кстати, как тебе понравилось, что мы на крузаке так... А, ребят, я же не рассказал, прошло столько времени, ёпта, а я не рассказал, что мы делаем. А нихуя мы делаем. Здравствуйте. О, это она стоит. Бестия, блядь. Сейчас бы в 5 утра вам тая что-то делать. В смысле, ёпта, мы сегодня будем с тобой парно парнить. Нахуя я сюда зашел? Че, туберкулез? Извините. А где покупать? Маркер на улице. А. Че мне за колбас? Я не знаю, ебанутый какой. Так, RX-7, друзья. У Данилыча дело в том, что есть RX-7, и он собирается как бы мне сегодня подарить чип. За сколько баксов мы договорились? За 3 миллиона. А, точно, да. За 3 миллиона мне подарят чип. Вот. А че по номерам, подожди. Йокерный бабай, трогай, блядь. Окей. Оки-токи, 518, доки, ёпта, снуп-доги. Я не знаю, что со мной. Короче, а где тюнить? Внешне. Блять, где хочешь. А, около вокзала. Около вокзала шаверма, пизда, так пробовал? Нормально. К вокзалу въехать. Короче, ребят, сегодня будет дрифтовая серия, но, знаете, вот если мы наберем на этой серии 8 тысяч... не дрифтит. 8888 888 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
Приплыли. Хуя себе сзади стоит, чё? Скамейка. Короче, ребят, сейчас мы встроим RX-7. И сейчас попробуем... Меня на улице оставляешь, да? Понаваливать... Да, блядь, помог мне, ёпта, на дожде. Попробуем построить RX-7. Данилович даст нам чип, он говорит, там какой вообще, да? Адский чип. Вообще по кайфу вижу. Вообще, да? Не, ну вот как ты оценишь по 10-бальной шкале свой чип? Мне по кайфу. Значит, по кайфу. Эй, фу, бля. Бля, поставить эти, что ли? Да похуй, поставлю эти. Вот, построим этот, попробуем подрифтить. И, может быть, у нас что-то получится, но если вы 8888 тысяч... Я буду тебя преследовать за один, бля. 8 тысяч... Не, я буду за тебя. Чё? 8888... Если мы наберем... Бабку родится. 8888 лайков, то... Мы в следующей серии устроим этот самый дрифт. Парни. А сейчас что? А сейчас мы построим и попробуем немножечко. Че по колхозу? Так. У тебя колхозный, да, RX-7, я так понимаю? Мне по кайфу. Ну, точно? Мне по кайфу. Точно? Езжи, да. Настройка колес. Так. Вылет. У меня на развале езжи. Чё, по вылету, блядь? Чё-то он адский какой-то, подожди. На развале? Адский разгон. Ебать, вот это тачка. Адский разгон, нам пизда! Да, да не очень. Тяжёлый случай, конечно, да. Ну, я, конечно, к тебе хорошо отношусь, но в данной ситуации я бы послал тебя нахуй, но будь я твоим другом, дебилом конечно. Дебилом бы быть в 17-м-то. Чё? Дебилом бы быть в 17-м. Ты про себя? Да про кого? Хорошо, подъебал. Так, подожди. Ёб твою мать, вот это кит. Rocket Bunny. Rocket by baby, rocket by. I gonna catch you, rocket by baby, rocket by. I go. Китом быть. Ты как, кстати, относишься к Доминикане? А? Б? Здравствуйте. Привет. Сейчас покрашу. Извини. Подожди, а где раскраски? На тонировке. Точно. Ты чертовски прав, малыш. Ёпта, вот этот цвет. Ой. Не то нажал. Извиняюсь. Бля, дрифткорч, это, конечно, всегда вещь. Согласись? Ну, то есть, как бы, Особенно, если это матрешка, да? О-о-о.
Не люби его, не зови. Он ведь суперзвезда с экранов YouTube. Не люби его, не зови. Как, вид имеет? Желтая, бля, бестия. Поехали за чипом, малыш. А я пока что ты чипуешь. Я знаю, что сделать. А у тебя только не говори, что под прострит, ладно? Гастрит. Простатит. Я знаю, болит. Ай, радикулит. Давай, кто больше болезней наид. И кто выиграет, тот пиздец крутой. Пиздулит. Это уже, блядь, фейк какой-то. Давай чипуй, ёпта. Я пока с Сан Санычем играю тут в казино. Двадцаточку поднял. А, сейчас будет 130. Раз, два, три. Ебать! 15! Тыщ, тыщ, ага. Тыщ. Так, вот, ребят, вот кто сейчас это видит, тот, конечно же, смотрит видос внимательно. Потому что 20 тысяч я выиграл. 4 раза по 20 тысяч. Я, бля, буду. 4 раза по 20 тысяч. Уходи оттуда. 5 раз по 20 тысяч! Подожди, у меня такой хуйни еще не было. Да, пожалуйста. Че, один пакет не на яйца? Да. Уходи, говорю, пожалуйста. Ты сделал чип, нет? Да. Ну, блядь, молодец, что могу сказать. Хуярит, да? Ну, давай достану свою. Доставай! Я еще не видел его RX-7. Может, ты достанешь? Слышь, ты пожарник, ебаный. Потуши мой пукан, ёпт. Давай, доставай! Свой бронзбойт, ёпт. До газу, до отказу. Давай! О, до свидания, с колхозником не катаюсь. Шутка. У меня, кстати, если что, серия проплачена Билайном, поэтому, ребят, желто-черный, как бы. Шутка. Что-то у тебя не очень. В смысле? Ну, у меня без всяких обидов. Ой, блядь, огоньки как на Солярисе, нахуй, захуячился в чуповороту. Ну чё, ебанём? Ебанём меня по кольцевой, а? Не, на самом деле, не, я шучу, конечно, это прикольно смотрится. Ну, у нас просто разные стили, у меня чисто так. Номерочки. Хуйня. Извини. А, кстати, ты мне там давал деньги. Я как наркоман купил еще номер. 20 тысяч-то? 20 миллионов? Поехали дрифтить, пробовать. Извини. О, фига. Чё по спифи, make mic 68. Давай. Сейчас бы на команде кататься. Вот. Так, сейчас прикатаюсь. А что, он охуенный, да? Ну, так, по кайфу. Не, кстати, он своеобразный. У меня такого чипа еще не было. Оформляемся, ёпт. Сори. Извини. Это кто кому еще помешал? Возможно, я. Ну что, давай ты первый. Я за тобой пристроюсь ручком. Подожди, тут не так быстро. Давай, давай, давай. Хару. Сейчас, подожди. Остановись, пожалуйста. Подожди, ты ёбаный в рот! Давай, пошли. Ну, кстати... Бля, ребят, кто хочет реально серийку по... Так у нас как-то... Ёбаный... Ёбаный в рот. Ты хоть говори, куда пойдешь дальше. Я просто боюсь дрифтить, потому что... Куда пойдешь? Блять. О-хо-хо-хо-хо! Не, хуйня. Подожди. Куда? Ну ты говори, ёбаный, да говори ты! Так мне ехать. Давай. Надо. Бля, ну ты, я боюсь, что ты не скажешь просто, и типа направо пойдем и все дела. А я направо не хожу. Право. Сейчас. Бля, как хуйлан какой-то морской. Сейчас, давай. Нихуя опять не говоришь. Бля, ну как с ним дрифтить, а? Ну ты не говоришь нихуя, ну говори ты! Мне ехать надо. Давай, куда? Вправо давай. Вправо, вправо, вправо идем. Чё по расстоянию, блядь? Вправо идем. Извини. Давай ты попробуй за мной, короче. Тебе говорить, куда идем? Угу. Сам пристраивайся, налево. Сука ты, блядь, бестия. Налево. Сразу направо. Нет, он наебал, я домой приехал. Да я, ребят, я, конечно, шучу, я просто сейчас немножко выпивший, и, конечно, если я буду трезвый, то...
пьяным ездить. Ну, бля, лишёнка вам не плачет. Давай, ладно, давай попробуем еще разок. Так, давай, давай я за тобой. Только ты говори реально, куда едем. Алло. Так, хорошо, блядь. Окей. Алево. Разворот. О. Тут уже кто-то. Ну, такое, в принципе. Разворот налево. Извини, но думал. Сейчас, все будет. Алево. Блять, сейчас голос. Давай, давай, все, сейчас пойду за тобой. Направо. Какой нет, направо? Налево. У меня Skyline перепрыгнул, подожди. Направо? Не приезжайте, пожалуйста. Давай, 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 давай! Налево и направо потом, понял? Извини. Ты меня ёбнул. Ну ты... Блядь, чувак! Давай. Направо? Налево потом. Блять, я прям такое ощущение, что оператором, блядь, снимаю тебя просто. Прямо езжу. Только говори, пожалуйста, заранее. Налево. Фу, чё по траектории, блядь? Извини. Ничего страшного. Не, ребят, ну как бы вы понимаете, если мы наберем 8888 человек, то... Не могу ехать и говорить. Давай, говори, едь. Я не могу тоже, прям, не понимаю, куда... Надо. Чё? На тренировочку надо. На тренировочку, ёб. Какая тренировочка, ёб? Ты себя видел в зеркало? Плохо себя ведёшь, да? Да, плохо себя ведёшь, какая тренировка? Я тебя не понимаю, как ты вообще ездишь? Да не, мы прикатаемся с тобой по-любому в следующей серии, я просто трезвый буду. Ща. Давай. Блять, только за тобой пристроился, ты в другую сторону ебанул резко. Ой, блядь. Давай на спуск сейчас вместе за мной пристройся. Понял. Пристроился. Не, я сзади лучше езжу, это факт. Потому что я ЛФС в свое время ебашил, как нищий, блядь. Ну, в смысле, как бешеный. У меня бензин кончается, ну похуй, ебашь. О! Ну бля, ну вот чё, ну почему ты не под траекторией ты идешь? Ты, я да. же не пони... Давай, едь! Все, давай на полном газу с нитро ебашим. Ну вот это что-то в этом есть. Что-то есть, да. Давай! По прямой раскачка, сейчас только, подожди, дай я пристроюсь тебе. У меня 3 литра. По возможности на заправку, пожалуйста. Налево. Куда налево? Куда налево-то? Блять, хуй тебя пойми. Знаешь, через горы, через лес еду я, блядь, дядю. Куда? Чел въехал, подожди, в жопу, со всей дури. Подожди, говорю, чел въехал в жопу со всей дури. Ему похуй, он хуячит, блядь. Видишь, что он говорит вообще? Так, куда? На заправ. О! Дай заправлю. Да ёб ты сейчас кончится, один клитр. Каким, 85-м, что ли? А, у меня еще не 85-й был. Ну чё? Чувак, садись ко мне, пожалуйста. Так будет лучше. Что он делает? Наконец-то. Давай, чувак, реально. Сейчас бы чуваком тебя назвать. Давай. Ну стой, ну куда ты похуячил? Давай ты диктуй, ёпта. Давай. Блять! Я думал, налево идем до последнего, реально. Да ёб, тут ты смеешься, что ли? Ты можешь говорить, куда мы идем? Как я могу сзади пристроиться, если ты постоянно меняешь свою точку зрения, ёб? Неопределенный, малыш. Чё, покрасить ее? Во, вот это уже нормально, прикат пошел. Ну, ты сейчас оторвался. Я просто, понимаешь, пытаюсь под тебя подстроиться прежде всего. Я-то могу в соло тоже наваливать тут. Ну. Блин, тяжело.
очень, очень тяжело. Налево идем. В чем проблема сказать? Налево идем. Смотри, идем по длинной, налево. Что, направо переклад. Не, налево. Нажать кнопку. Какую кнопку? Включение микрофона. А, у тебя так работает хуйня? Да. Ты что, совсем пьяный, что ли? А почему ты не поставил, что в Дискорде, чтобы нормально все было? Давай первый, иди. Какую кнопку? Ты можешь включить-то? Подожди, ты что, пьяный? Мы с тобой в GTA гонялись, ты на кнопки нажимал еще? Да. Блять, вот ты, конечно... Ты меня молчал, соберись. Еще за кнопка? Не говори, что нам под 9 какой-нибудь, ладно? Чтобы ты там вообще тянулся, блять. На В. Фу. А почему ты не можешь поставить, чтобы постоянно... Ты боишься, что я услышу, как ты пернешь, что ли, или что? Да. Налево. Хорошо, давай я буду диктовать. Я буду еще, блядь, ну мне тогда вообще будет... Налево. Идем длинную, давай. По внешке, по внешке. Давай на внешку, да. Ой, хорош. У меня хорош, правда? Так. Кольцо эту хуйню ебашим. Давай. Бля, а у тебя, кстати, чип, ты, кстати, не такой уж пиздатый на скорости. Ты понимаешь? Извини. Спасибо. Кстати, спасибо. Заебись, блядь. Вот, как я его сейчас... Вот, если бы я не угадал... Ну, вот ты уже не угадал. Едем. А, зачем? Так, может, винил какой-нибудь тебе понравится? Давай. Налево сейчас. Блять, вот с Даниловичем... Вот, пожалуйста, ребят, напишите в комментариях хэштег «Данилович, руби микрофон», чтобы он постоянно у него работал, иначе мы не сможем реально прикатываться. Так, ну что за бред? Я думал, мы с тобой понаваливаем, а ты хуйней страдаешь. Потому что я тут сижу, от нехуй делать. Бля, поехал куда-то... На тонер, говорит. И уехал, блядь, направо. Неожиданно. Тяжело, блядь. Ну да. Так, винилы. Че по НФС? Гастрит. А. Бля, ну сам. Ну блин, такие же есть у всех. Не, ну я могу, конечно, под тебя закосить. Камуфляж ебануть желтый. Че думаешь? Можно. Блять. Я тоже так думаю. До свидания. Как сидит говно теперь. У тебя говно, ёпта, из штанов лезет. Иди, блядь. Кажется, она дрифтишь. Ребят, спасибо всем за просмотр. Вставай, супру свою ставь рядом со мной. Какое спасибо за просмотр? Ты, блядь, ёбнутый, полчаса, блядь, серию. Ребята скажут. Ой, пришли гости, мы родные. Друзья, спасибо всем за просмотр, спасибо за все хорошее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем удачи и всем пока, ребята. Всем пока. В следующей серии будет дрифт.